уже второе самоубийство, которое напоминает серию загадочных смертей 5 лет назад. А мы знакомы? Нет, но мои родители знали твоего отца, пока были живы. Это опять повторяется, ты понимаешь? Это могли быть обычные самоубийства. Все они утверждали, что их преследовал человек в белом. Видимо, с них все и началось. Это похоже на проклятие, которое перекидывается с одного человека на другого. Он как вирус проникает в тебя, разъедает твое сознание. От него не спрятаться. Он найдет тебя везде. Кто-то из вас видит его? Я вижу. Мне очень жаль.